друзья, сейчас мы с вами пойдем прогуляемся по территории. Пойдем прогуляемся на гольф-поля. Покажу вам красоту этих мест. За моей спиной это основное здание, 8-этажное. А мы сейчас с вами прогуляемся в сторону Лагунбил и гольф-поля. Смотрите, какие тут интересные дядечки. Гольфисты сейчас сядут на машинки и поедут играть. Это, друзья, мы с вами находимся в части вилл, где располагаются гольфисты. Смотрите, какая классная машинка, на которой можно доехать на гольф-поле, поиграть. И смотрите, сколько людей с каким вот оборудованием приезжает сюда. Сколько здесь увлеченных гольфом. Мы сейчас с вами на территории гольф-клуба. Это у меня здесь отдельный ресторанчик, где они после игр могут отдохнуть, перекусить. А это место, где вы можете потренироваться с инструктором, если вы не умеете играть в гольф. Здесь все новички собрались и учатся играть. Вот такая территория у нас. Так красиво она выглядит днем. Это вот центральный цветочек, где вечером проходят всякие музыкальные мероприятия, которые мы наблюдаем со своего балкона. Здесь включается вечерами подсветка. Смотрите, как красиво под каждым цветочком. Такое место для отдыха с подушечками, столики. Заказываете в баре напиток и отдыхаете. Друзья, сегодня мы с вами пришли в ресторан турецкой кухни и будем здесь обедать. Сейчас вам покажу, как здесь красиво, как здесь вкусно. Вот такой красивый ресторан. Собственно, как и все, он выполнен в стиле бохо. Очень много присутствует здесь дерева, натуральных материалов. Солома, ткани, веревка, камень. Смотрите, как здесь красиво.
заказывают покушать здесь по меню. Два вот таких QR-кода. Один на спиртные напитки и второй QR-код на еду. Так, и мы уже тут себе заказали фрукты. Вот такую вот длинную колбасу пиде. Вот такой огромный, с виду такой супер аппетитный гамбургер. Сейчас мы его будем пробовать. Вот такую огромную тарелку салата. Здесь у нас помидоры, авокадо, сыр, овощи. И у меня вот такие турецкие колбаски с сыром, с картошечкой и чаек с лимончиком. Вот такой у нас сегодня потрясающий обед. Друзья, решили с вами поделиться по поводу того, что мы заказали. Я заказывала котлетки на гриле турецкие, очень вкусные. А у Марины гамбургер просто отвал башки, просто. Да, вообще, говорит, такого никогда не ела. Очень вкусная булочка, свежайшая котлетка. Прям очень вкусный, сочный. Это мы с вами на пирсе, где платные кабаны. И оказывается, что здесь не просто кабаны, здесь еще есть кабаны с джакузи. Сейчас мы это посмотрим, как выглядит. Вот, кстати, смотрите, какие огромные кабаны с холодильником. Кстати, цены здесь на кабаны я прикреплю потом ниже, гораздо ниже, чем у подобных отелей такого же уровня. Цена, короче, здесь хорошая на них. Сейчас покажу вам кабану, которая с джакузи. Посмотрите, какой здесь цвет воды. Ну, чем не Мальдивы? Боже, какая здесь красота. Да, даже не жалко 300 евро, друзья, за это отдать. Посмотрите, какая красота. Вы только посмотрите, как здесь обалденно. Да, и в эту цену еще входит сервис. Сюда вам принесут напитки, еду в течение дня. Вот такая вот замечательная кабана с вот такой вот сеткой. Реально, как на Мальдивах. Стоит где-то 300-350 долларов такая услуга. Смотрите, какая водичка здесь красивая. Вау! Какая прозрачная, песочек видно. Реально Мальдивы, друзья. Мальдивы в Турции. Мальдивы пришли в Турцию. Боже, как красиво. Обалденно. Посмотрите, какая красота. Стол есть полноценный со стульями, вы здесь можете обедать. Посмотрите, какая красивая люстра. Макраме. Вообще надо сказать, что весь отель, он выполнен в таком стиле модерн плюс эко. Здесь все про экологию, трубочки, какие-то детали мелкие, интерьер. Это все дерево, это все натуральные материалы. Очень красиво. И вот отмечайте, что таких кабан с джакузи, их две. Они находятся на пирсе, который справа на пляже, и находятся в самом конце пирса. Вот. А другие кабаны, они ровно такие же, тоже есть сетка над водой, но нет джакузи. Каждая кабана под номерочком. Море по утрам, мы каждый день приходим, вообще просто офигенное. Офигенное море здесь.
спокойное, такое прозрачное, несмотря на то, что песок, вода очень прозрачная, нет никакой взвеси. Супер. Супер-супер, друзья, не могу выключить камеру. Что же делать? Что же делать? Как выключить камеру? Невозможно это сделать. Здесь все очень красиво. Мы сейчас пообедаем. Заключительный наш обед в Калинан в греческом ресторане. Посмотрите, как здесь красиво. Играет греческая музыка. Марина уже заняла нам местечко в тенечке. Смотрите, какие классные здесь зонтики. С вот такой прикольной бахромушечкой. Здесь зонтик в такой бахромушке. Такие красивые. Их обдувает ветерком, и они вот так колышутся. Здесь у нас тоже будет меню по QR-коду. Что-нибудь вкусненькое выберем. Друзья, какая же здесь прекрасная атмосфера. Не знаю, смогла ли я вам передать атмосферу отеля и всю любовь, которая у нас здесь образовалась к нему. Но очень надеюсь, что это так. Очень советую вам в нем побывать. Кстати, с видом на море. В какую сторону ни посмотри, везде красиво. И море, и территория. Ну а мы себе в греческом ресторане заказали креветки на гриле с чесноком, салатик. Сейчас немножко перекусим и пойдем собираться сдавать номер. У нас креветочки с чесноком, салатик с моцареллой, авокадо, свежие овощи. Смотрите, какая красота здесь. С таким прекрасным видом обедать. Что может быть лучше? Сейчас мы с вами посмотрим размещение, которое называется «Вилла Эксклюзив». Вот такие вот двухэтажные виллы. На первом этаже зона для отдыха, есть кухонный уголок, есть плита, раковина. Вот такая терраса с лежаками, с лужайкой. И в данной вилле есть свой подогреваемый бассейн. Это мы с вами находимся на первом этаже. В данной вилле можно размещаться большому количеству человек, большими семьями, большой компанией. Дальше мы с вами идем на второй этаж. Смотрите, какая красивая лестница, подсвечивается. Прям вау! Так красиво! Итак, друзья, на втором этаже у нас располагается 3 спальни. Здесь у нас 1 двухспальная кровать большая. В каждой спальне есть отдельный санузел, душ. В одной из спален есть еще большая гардеробная. Вешалки для одежды.
Это у нас вторая спальня. Здесь у нас шкаф для одежды. И также ванная комната. Душ, туалет, раковина. Вот в шкафчике дверки мягко ездят. И третья комната. Здесь у нас две раздельные кровати. Также есть шкаф. И здесь у нас вид выходит на основной корпус. Вот сюда. Здесь вот такой огромный бассейн. Зимой он не подогревается, но полежать, позагорать можно. Бич-бар Галапагос. Оттуда вот играет у нас диджей, музыка. Летом там тоже проходят каждый день вечерние вечеринки. Очень красивое место, я вам уже его показывала. Здесь смотрите, какие анатомические лежачки в бассейне. Отель новый, стильный, модный, замечательный. Мы снова с вами в Beach Club Галапагос. Здесь играет такая вот клубная стильная музыка. Очень красивое место. Никого не оставит равнодушным. Хочется здесь каждую детальку фоткать, снимать на камеру. Очень красиво здесь. Так что, друзья, приезжайте. Приезжайте осенью, приезжайте зимой. Отель работает круглогодично. Нам очень понравился отель. Советуем выбирать его для отдыха. Смотрите, какая красота здесь на закате. Вот это, кстати, платные кабаны на пляже. Очень качественные, большие. В каждой кабане холодильник. Полное обслуживание гостей целый день. Смотрите, какие красивые. Друзья, потрясающий отель. Не перестаем восхищаться. Настолько все вкусно. Все такие рестораны классные, вкусные, красивые. Нам скоро уезжать, и мы прям не хотим. И хотим вернуться. Здесь два пирса. Один пирс с обычными лежаками и зонтиками, а один пирс с кабанами, с платными. Такая платная кабана стоит 400 евро в сутки. Такой красивый закат сегодня. Да, собственно, здесь каждый день красивый закат. Посмотрите, как равняют песочек. Все четко, все красиво, все ровненько, по линеечке. Пальмочки такие маленькие в горшочках стоят. Здесь у нас в отеле находится главная сцена. Здесь проходит шоу вечернее. Погуляем с вами по ночному отелю Калинан. Смотрите, как красиво. Сейчас уже включается подсветка.
И отель играет совершенно другими красками. Становится такой яркий, такой сказочный, прям я бы сказала. В отеле настолько все красиво, все хочется рассматривать. Очень много разных фигур, инсталляций. Я уже говорила, очень много всего из дерева. Очень красиво вечером все это еще подсвечивается. И днем красиво, и вечером красиво. Ну просто невозможно красиво. Всегда красиво. Это у нас турецкий ресторан. Мы сегодня здесь с Мариной обедали. Вот так он называется. Здесь у нас главная сцена. Галапагос Бич Клаб. Мы сегодня уже заходим раз пятый, потому что нам было красиво и утром, и в обед. Потом здесь играл диджей. Мы его поснимали. Ну и сейчас еще идем посмотреть, как здесь красиво вечером с подсветочкой. Не знаю, видите или не видите на видео, какая здесь красота. Здесь за гольф-полями, туда, видите, вдали горы виднеются. Они очень четко свои очертания показывают на закате. Такая красота. Здесь бассейн, вечером подсвечивается. Очень красиво. Друзья, приезжайте в Калинан. Очень вам советую. Если есть какие-то вопросы по номерам, по каким-либо нюансам, я вас проконсультирую. Ссылочка под видео. Итак, друзья, сегодня мы с вами идем на ужин в основной ресторан. Смотрите, какие тут изыски. Витрины с едой очень красиво оформлены. Так, здесь у нас салатики. Здесь у нас холодные закуски. Большой выбор сыров. Смотрите, как все красиво. Но это не только красиво, это еще и очень вкусно. А то мне часто задают вопрос, это у вас там только красиво или вкусно тоже? Это, друзья, все очень вкусно. А здесь у нас готовые салаты, вяленые помидоры, хумус. Креветки в чесночном соусе, кальмары. Смотрите, какой выбор мяса огромный. И бекон, и буженина. Здесь у нас рыбка. Какой здесь запах стоит. Здесь у нас, смотрите, фаршированные сливы, фаршированный лук, курага, фаршированный кабачок, баклажаны, перчик. Здесь у нас готовят пасту различным наполнением. Вот здесь представлен широкий ассортимент разных макарон. Из креветок, самоза, темпура из баклажана, различные соусы, морепродукты, рис, телятина по-монгольски,
курица в кисло-сладком соусе. Здесь у нас разные соусы. Соус из авокадо вижу. Здесь у нас мясо ягненка в соусе. Вот такие тут части ягненка лежат. Здесь у нас отварные запеченные овощи. Овощи на гриле. Картошечка с грибочками. Это турецкий шашлык, плов и бифштекс с косточкой. Это у нас детский буфет. Здесь у нас все, начиная от основных блюд и заканчивая сладким. Есть картошка фри, есть пицца детская, макароны, сосиски, отварная курица, отварная цветная капуста, брокколи, пюре и два вида супчиков. И смотрите, какие еще леденцы. Думаю, детки будут рады такому завершению ужина. Также здесь есть холодильник с йогуртами. Здесь есть детские смеси, каши, йогурты, молоко. Молоко шоколадное, клубничное, банановое, обычное. И баночное питание марки HIP. Ну вот, друзья, такой у нас ужин. Пишите в описании, как вам ужин, понравился или нет. Друзья, в отеле посмотрите, какая есть шоколадная галерея. Здесь вы можете вот так себе в стаканчик набрать вот такие вот вкуснющие орехи в шоколаде и в различной глазури. А здесь у нас представлен бельгийский шоколад. И с чем его только нету. Есть шоколад с сыром, с орешками, с разными. Смотрите, как он красиво оформлен, с разными цветными вкраплениями. Белый шоколад. Здесь шоколад с орехами, сухофруктами. Это очень вкусно, друзья. Друзья, мы с вами находимся в кондитерской. Сейчас я вам покажу самое вкусное пирожное, которые мне здесь понравилось. Они, безусловно, все вкусные, но когда ты их дегустируешь каждый день, конечно же, у тебя появляется любимчик. Так вот, самое вкусное пирожное здесь — это чизкейк Сан-Себастьян. Он, может быть, выглядит немножко не так презентабельно, не так красиво, как его соседние братья, но вкус его просто бесподобный. Вы такого чизкейка нигде не пробовали. Если вы окажетесь в Калинан, обязательно его попробуйте. Я вам просто рекомендую, настаиваю. Это что-то невероятное. Это просто отвал башки. А в целом, выпечка вся вкусная. Но вот этот чизкейк просто... Я на него сначала не обратила внимания. Ну, он не очень такой симпатичный. Вот, но... Потом решила его взять и просто обалдела. И какое счастье, что я его попробовала. Теперь последние дни я только его и беру. Ну, а мы с Мариной заказали чайку. И сейчас полакомимся. Yeah.
Какой красивый отель вечером. Друзья, в отеле для гостей, которые приехали рано или уезжают поздно, а номер нужно освободить в 12, есть лаунж. Смотрите, какая прекрасная здесь комната для отдыха. Здесь у нас есть водичка, есть холодная водичка в баре, молочко, есть фрукты, чай в ассортименте, есть кофемашина, вкусно так пахнет здесь, можно сделать кофеек. И вот такая здесь есть зона для отдыха. Мягкие кресла, столики, диванчики. Здесь вы оставляете свои чемоданы. Сейчас покажу, где вы сможете переодеться, привести себя в порядок и, в принципе, уже по прилету начать отдыхать. Вдруг вы приехали рано, а вас еще не заселили. Такая достаточно большая комната для отдыха. И здесь же у нас для женщин, для мужчин есть комната, где можно привести себя в порядок. Здесь у нас фен. Здесь можно умыться, почистить зубы, тапочки. Здесь у нас принадлежности мыльные, шампуни, гели, полотенечки. И также можно принять душ. Все очень выглядит красиво, все достойно, очень прекрасно. Так, и здесь же вот находится камера хранения, где вы можете оставить свои ценные вещи и уже уйти, например, гулять на территорию, на пляж. Вот, очень удобно, друзья, очень. Друзья, мы сегодня уезжаем из отеля Калина, улетаем домой, и нам так не хочется. Мы просто все в печали и грусти с самого завтрака. Так хочется еще здесь остаться. Прекрасный отель, нам все понравилось. Красивая территория, модно, вкусно, прекрасная музыка, все стильно, все прям супер.